Hi there! Job School! Dustin here! Приветствую всех в школе Джобса! С вами Дастан! И в сегодняшнем видео мы с вами научимся задавать и также отвечать на вопросы, связанные с хобби. Но перед просмотром я бы хотел еще раз напомнить вам о том, что скоро, совсем скоро выйдет проект «Английский за 26 уроков» со мной, абсолютно бесплатно, так что обязательно подписывайтесь на этот канал. Также не забывайте социальные сети, чтобы оставаться всегда в курсе и получать новости одними из первых. А мы начинаем просмотр. Возможно, вы видели вопросы такого рода «Do you have any hobbies?» или «What are your hobbies?» в учебниках. Однако носители английского почти никогда не используют слово «hobbies», когда спрашивают об этом. Намного естественнее будет звучать вопрос «What do you do for fun?» Дословно можно перевести как «Что ты делаешь ради веселья?» Давайте попрактикуемся с этим вопросом. «What do you do for fun?» Еще раз. «What do you do for fun?» Также вы можете спросить «What do you do in your free time?» «Что ты делаешь в свободное время?» Проговаривайте вслух со мной. «What do you do in your free time?» «What do you do in your free time?» Итак, как же теперь ответить на этот вопрос? Давайте посмотрим, как носители языка это делают. Самым простым способом будет сказать «I like to» или «I like» и дальше то, что вы любите делать. Например, если вы любите смотреть фильмы, и вы можете сказать «I like to watch movies» или «I like watching movies». А если вы любите плавать, то говорите «I like to swim» – «Я люблю плавать» или «I like swimming» – «Я люблю плавание». Вы также можете сделать акцент на том, как сильно вы любите это делать, просто добавляя слова really рядом с like. Например, I really like watching movies in English. Мне очень нравится просмотр фильмов на английском. А прямо сейчас время советов от Дастана. Если у вас нет хобби или же вы не знаете, что точно сказать, хорошим ответом будет I like hanging out with my friends and stuff like that. Я люблю тусоваться с друзьями и все в этом роде. Просто используйте I like и добавьте hanging out with my friends. И еще добавьте and stuff like that. Тогда все будет отлично. А на этой прекрасной ноте видео подходит к концу. Если вам было интересно, обязательно напишите ваши хобби, так как мне также будет интересно почитать это в комментариях. Старайтесь общаться там. А в следующем видео мы с вами разберем о том, как брать контактные данные и также как разговаривать по телефону. А мы увидимся завтра. See you later. Bye-bye.